Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала и те, кто еще не успел подписаться. Не забудьте это сделать. Итак, всем известно, что чем больше упаковка, тем дешевле стоит товар. Вот подсел я здесь на вот такой вот творожный сыр, креметту. Вот здесь масса целых 2 килограмма. Но если мы сейчас откроем вот эту вот емкость, мы ее сразу не съедим. В результате сыр будет заветривать и будет портиться. Поэтому мы сейчас сделаем следующую вещь. Мы ее откроем и расфасуем в более удобные для нас емкости. И укупорим их для того, чтобы ничего не заветривало и не окислялось, с помощью вакуумного укупорщика Медведева комплектации «Народ». Вот видите, как эта штука выглядит. Здесь наверняка какой-то газ специальный. Значит, ну вот сейчас мы это все скроем и начнем это все фасовать. Так. Пахнет очень вкусно. Вот. Значит, для фасовки мы приготовили вот такие баночки, ложку. Ну и, соответственно, крышки. Вот эти баночки, они где-то грамм по 400, по идее, 450. Вот. Значит, обязательно мы должны их продезинфицировать. Здесь у нас крепкая самогонка. Вот. Мы пробрызгиваем наши баночки и убиваем всю вредную микрофлору. Тоже с крышками делаем. Тоже с ложкой делаем. Итак. Вот, это мы съедим, остатки, вот, поэтому мы их сейчас отставим в сторону. Значит, у нас 3 баночки получилось. Обязательно надо протереть горлышко, ну или облизнуть. Мы протерли горлышки банок, значит, но в любом случае, так как мы там их трогали там, разными частями тела, мы должны все равно пробрызгать крепким алкоголем. Значит, на всякий случай. То же самое на крышке, еще у нас хуже не будет. Итак, теперь мы это все должны упаковать под вакуум. Значит, у нас есть 2 устройства. Первое устройство — это вакуумный укупорщик Медведева, комплектация профи, да? Но он требует вакуумного насоса, и это, в принципе, является промышленным оборудованием. Скорость укупорки вот такой машинкой составляет приблизительно там более 500 банок в час. Вот. Ну, для домашнего использования, конечно, эта машинка, ну, в принципе, хорошая, но, может быть, кому-то она не особо понравится. Вот, значит, берем вакуумный укупорщик Медведева комплектации «Народный». Вот как он выглядит. Значит, все крышечки у нас с контролем вскрытия, с контролем вакуума. Значит, мы их должны хорошо набросить. Значит, подсоединяем шприц в качестве насоса. И давайте посмотрим, как это все делается. Нам надо одеть это все на крышечку и откачать
отсюда воздух. Вот так. Опа! Откачали, повернули. И с помощью вот этого клапанка сбросили вакуум. Снимаем упорщик. Ставим. Повторяем со второй баночки то же самое. Ставим наш укупорщик. Также откачиваем. Как видите, нужно сделать буквально два качка. Потому что насос очень, шприц-насос очень хороший. Точно так же сбрасываем вакуум. Берем еще одну баночку. Так вот, раз. Точно так же. Раз, два, три. Ой, уже вот прям сил не хватает. Опять мы ее поворачиваем. Вот так мы ее закрутили. И сбрасываем вакуум. Сбросили. Значит, как вы видите, все контрольные центры втянуты. Все укупорено под вакуум. Значит, теперь данный сыр не будет окисляться, не будут здесь размножаться какие-то вредные бактерии. Вот. Ну, хранить, конечно, все равно будем в холодильнике, но, тем не менее, теперь мы можем наслаждаться данным продуктом большее количество времени. Значит, маленькое дополнение. Значит, есть такое слово, называется эксгаустирование. Все те, кто делает тушенки, мясные какие-то консервы, наберите это слово в интернете, и вы узнаете, что перед тем, как ставить в автоклав, необходимо эксгаустировать. Значит, вот для домашнего использования отлично подходит вакуумный укупорщик Медведева в комплектации народной. Мало места занимает, удобен и прост. Ну а как я им работал, вот вы это увидели в реальном режиме времени. Подписывайтесь на канал, не забывайте. И спасибо за внимание.